Spirit's making it difficult to run away. The TP comes in. Crit the spear. Oh! How close was that? Ha! А ты сможешь затащить следующую катку? Сделай ставку на себя. Выиграй и забери свои деньги. Первая ставка бесплатна. Фокус, фокус. Продлил, продлил. Бум-бум. Ебать! Ебать, что это? Спасибо, что смотрели. Я правда очень сильно старался, чтобы показать максимальную... Все свои мысли максимально открыто для публики. Спасибо, ты уволен. Всем пока. A British big tournament, then going full Brit, baby. Oh yeah! Капитан. Лицо не жизненно. А где мой Мерседес? Видишь, стоит? Я не понял. Smoke up from Evil Genius, the same from Team Secret. Once again, Yaps are on the front line. It's a three-man stun! Three-man stun! Three-man stun! Yes, three-man kill! EG, they are the real three, even though they're guaranteed two. They'll lose another one. I just have such extreme ADHD, like, I don't know what caused it. Is TP? Oh, it's there. И я очень доволен своей аналитикой. Мои пацаны прямо разваливают кабинеты. Мы все втроем уже два раза выиграли. Точнее, угадали результаты по драфту. Ты просто повторяешь за умными. Ты как попугай. Ты свою прическу видел? Во-первых, короче. И росла. Beginning to get some better patterns here. But Yapzor. Well, Quentin is going to be able to find him again. Again. Time and time again, Yapzor has made Ame's life total hell. He is making him look like... EG Secret coming in just a bit. Well done, Puppy. Well done, Team Secret. They reached their... Прикольная тема. Папка из армы родился. Он, твой друг в это, по-моему, играет. Texas. Мой друг. Да, твой друг. Серьезный подход. Так, в смысле, да. Мы в Дисней же. Вы же вместе с ним живете. Постоянно, да. Только он в Киеве, я в Москве, как-то вместе постоянно живем. Извини, я перепутал. Ну как на расстоянии сейчас, это модно. Да. Если взять, что у него есть девушка, это крайне странная тема. А что? Не, конечно, еще втроем тоже модно. Для хорошей любви это не проблема. И что? Ты на себя намекаешь? Нет, на Егорыча. That's how to play carry in NA. NA. Zero stick zero and flame in each other. Talk 24/7. Что ты там про себе тала? Курица. Where are you from, dude? Ты русский, блядь. I'm telling you, dude, you summon it up pretty fucking good. Поросенок. For Secret, I think that the something we should talk about, by the way, too. Thank you, JJ. Нормас. Спасительный круг. Что-то я не понял, что ты спиздил? Рейдж? Сюда. Now mid one isn't going for he's going for the same kind of build that we saw from Samael. He's gonna go for the TP. The kick to be got him! Yapzor so fast rolls in a hurry. Hey.
Rippers him out, is all on the front line. Here comes S4, Lasso on mid one. He's cancelling all this damage. Nietzsche's got some of it as well. At least they'll get the wall up. Cricket try and fight here. Oh, no. Three heroes down from Evil Genius. Nietzsche, he's clipped. He's actually got Artur. S4's gonna be right there to help out. Crit will rebuke him down. 1100, 1200. Jesus fuck. При этом может ли игра быть эпичнее, чем первая? Это, конечно, большой вопрос, потому что в Доте зачастую количество вот таких вот каких-то фейлов, оно увеличивает какой-то градус. Ну, я бы сказал так, если бы здесь были герои, типа наподобие Тайдхантера, Энигмы, Магнус и так далее, да, я бы. Этот Майндхантер доиграется против меня. Я подойду к ним на эпицентре, к нему и к Себу, и скажу, ну чё, мужики, хотите покажу, как стоит соло мид против двоих? А они такие, what? What do you mean? Я говорю, go outside! Не так все супер плохо, ребят. О май год. Удушили другие. Да, начало было не такое, как мы ожидали. Ну а, собственно, зато продолжение было такое, как мы ожидали из этого начала. Линии проиграли. Что делать со спектрами, непонятно.